Приветствую всех на канале Автоджокер 61. У нас сегодня на обзоре масштабная модель КамАЗ 53 212 а в исполнении с тентом. Вот он присутствует на грузовом отсеке тент спальник сделан. Сейчас посмотрим ее с разных сторон в разных ракурсах. Вот такое вот эстетическое оформление это я и создал. И видите, что интересно, если правой стороной убрать в коробочку, она в пластиковом боксе хранится, то тент у нас без каких-либо оформлений будет. А с другой, ну вот единственная сверху сторона, но так как модели ставятся одна на одну, сейчас я вам покажу вот так вот, То уже по левому борту, по водительской стороне, тут видите, такие маскировочные наклейки нанесены на модель. Снимать я их не хочу. Не так они сильно его и портят. Вот это вот зеленая кабина, кстати. Надпись, видите? А forces мне кажется, не портят. Модель, как я это сделал поразительно, видите леска она заводская. То есть модель ни разу не снималась. Вот сейчас для меня это просто удивительно. То есть, я ее отодвигать как-то умудрялся, хотя особо она и не двигается это по Тенту. В связи с чем я и не смогу демонтаж его вам продемонстрировать, откинуть задний борт, но все это. Есть в других обзорах ссылки, на которые будут в конце видео, так что можете посмотреть, как откидывается кабина и что под ней. Кстати, двигатель на первых ранних и много споров. Пишите в комментариях, специалисты, были ли вот конкретно эта модель двенадцать с двигателем, который крепился винтом снизу, который более ценится. Или именно этой модели, которая пошла в 80-м году, уже в таком исполнении не было. Так выглядит задняя часть модели. Тоже тут видите какие-то надписи. Ну, все в принципе более-менее ровно. Вот так вот верхняя часть кабины присутствуют, кстати, уже на ней аэродинамические щитки, что добавляет реалистичности крепление кабины, видите уже чуть более поздняя, первые шли, кстати, на резиновых колесах, но здесь уже у нас пластиковые колесы. Кстати, что интересно, зеркала у нас уже черного цвета на этой модели. Хотя рычаг КПП рычаг КПП и руль у нас беленькие, что красиво, конечно, выглядит. А зеркала, видите, черного цвета. Это вот не знаю, как другие, но среди моих первые встречаются модель с черными зеркалами. Позже изменилась решетка радиатора. Если не, оба не ошибаюсь, в середине 90-х уже фары стали э с имитацией стекол на них, на решетке. Снизу мы видим габаритные размеры этой модели. Вот завальцовка заводская, которая лески не разбиралась, и поэтому модель ни разу не снималась. Тут характеристики, масса, грузоподъемность, максимальная скорость и мощность двигателя. Также немного о автомобилях КАМАЗ, краткое содержание и где он выпускался, завод, цена, и артикул. Непосредственно сам пластиковый бокс, его крышка. И вот мы можем наблюдать, как она выглядит. Ну не коробочка, а пластиковый бокс, наверное, будет корректнее выразиться. Который чуть-чуть пожелтел от времени, но это ничуть не портит модель. Думаю, она в идеальном состоянии. Простим мне эти наклейки, их в принципе можно снять. Главное, что нет сколов и повреждений. И что модель ни разу не вынималась из своей коробочки. Не покидала ее, так сказать. Также, на мой взгляд, очень красиво выглядит вот этот серый тент, серый кузов и зеленая кабина. Очень реалистичные цвета, что в принципе крайне редко к моделям КАМАЗ они более были таких-то попугаистых, ярких цветов. Обзоры на Камазы будут продолжаться, еще пару интересных моделей. Так что оставайтесь на канале, кому интересно. До новых встреч.